Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я поведу свой рассказ из музея шахты «Алмазная», шахтерского нашего города, города Доброполья, города, который находится в Донецкой области, в Донбассе. Город взял свое начало в 1900 году на землях помещика Разгона, где были обнаружены маленькие кустарные шахтенки, и люди поняли, что имеются большие залежи угля. И вот в таких вот нечеловеческих условиях они добывали уголь вручную, обушком, при вот таком вот светильнике, на вот такой вот высоте штольни вынуждены были добывать тепло и свет. У нас на Донбассе проживали люди и проживают многих национальностей. И всегда жили дружно и хорошо, потому что не спорили о том, на каком языке говорит человек, не спорили о том, какое у него вероисповедание, а их спасала братская дружба, шахтерская, и они подставляли в трудную минуту свое шахтерское плечо товарищу, спасая его от гибели, если вдруг случались в шахте завалы.